Сегодня я буду делать оригинальную закуску от Цеска. Но плита мне не понадобится, не подавится мне посуда. У меня в холодильнике остался майонез. Вот я его и буду использовать, который я делала при помощи миксера Микси. Возьму лаваш, листик. Такие листики продаются в любом магазине. Так, мне, наверное, целый не понадобится. Удобнее было. Дальше беру майонез и на этот лист смажу майонез. Теперь мне нужна зелень. У меня лук-порей, укроп и петрушка. Режу укроп с петрушкой. Посыпаю. Теперь лук. Посыпала лук. Теперь следующий слой лаваш идет. Теперь рыбка нужна. Рыбку можно слегка подавить. Это у меня консервированная рыба. Распределяю ее тоже сверху. Теперь это дело нужно скрутить в трубочку. Получается такой рулетик. И нарезаем его на полосочки. Такие маленькие бутербродики. Накладываю. Сверху можно посыпать немножечко кунжута. Все. Закуска от Цеска готова. Приятного аппетита!